X-Seat – пятидверный компактный передний приводный кроссовер, построенный на базе популярной модели Seat. Он имеет с ним ту же колесную базу 2650 мм, но на 85 мм длиннее и на 43 мм выше. Между двумя моделями почти нет общих кузовных панелей, они унифицированы лишь по передним дверям и части внутренних силовых элементов, все остальное у X-Seat оригинальное. За счет более высокой посадки, плюс 42 мм, улучшена обзорность дороги по сравнению с обычным хэтчбеком. Из особенностей дизайна можно назвать приличный наклон двери багажника. Автомобиль может комплектоваться 16 или 18-дюймовыми колесами, при этом дорожный просвет составит 174 и 184 мм соответственно. Под капотом Kia X-Seat можно увидеть достаточно мощный турбо мотора объемом 1,4 литра 140 лошадиных сил и 1,6 литра 199 литров. Экстерьер Kia Accent внешне усилен пластиковыми элементами обвеса, приподнимающейся к корме оконной линией, серебристыми рюлингами на крыше. Уникальным цветом кузова является Quantum Yellow. Салон кроссовера повторяет модель Seat, та же развернутая к водителю центральная консоль, глубокий козырек приборного щитка, трехспицевый экстерьер Kia X-Seat внешне усилен пластиковыми элементами обвеса, приподнимающейся к корме оконной линией, серебристыми рюлингами на крыше. Уникальным цветом кузова является Quantum Yellow. Салон кроссовера повторяет модель Seat, та же развернутая к водителю центральная консоль, глубокий козырек приборного щитка, трехспицевый многофункциональный руль в аналогичном дизайне. Для X-Seat заявлен неплохой функционал. Мультимедийная система стандартно оснащена 8-дюймовым, а опционально 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем. Автомобиль получил полностью цифровую панель приборов SuperVision с диагональю экрана 12,3 дюйма. В обычных комплектациях панель приборов аналоговая, с монохромным или цветным дисплеем бортового компьютера. Из доступного внутрисалонного оснащения также можно назвать систему подогрева и вентиляции передних сидений, наличие подогрева задних сидений, подогрева руля и лобового стекла, двухзонного климат-контроля и прочих опций. Кросс-хэтчбэк сертифицирован с двумя бензиновыми турбодвигателями с непосредственным впрыском G4LD 5 и G4FJ 5. Первый имеет объем 1,4 литра и развивает 140 лошадиных сил, второй – 1,6 литра и 199 лошадиных сил. Оба мотора сочетаются только с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Агрегаты знакомы по другим СИДам. Полная же моторная линейка довольно разнообразная. В арсенале модели есть и 1-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор, а также дизельный 1 и 6-литровые двигатели в разных вариантах мощности. Ожидается также система мягкий гибрид и гибрид с возможностью подзарядки. Привод X-Seat передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Kia X-Seat имеет независимые подвески. Относительно обычного сида хэтчбека у X-Seat более мягкий ход, который делает его удобным для эксплуатации в условиях легкого бездорожья. Этого удалось добиться за счет установки нового динамического демпфера для поперечных рычагов задней подвески и гидравлических ограничителей хода отбоя. При этом жесткость передних пружин снижена относительно хэтчбека на 7%, а задних на 4%. Рулевой механизм наделен другими настройками, обеспечивающими более быстрые изначальные реакции на действия водителя. Имеется система выбора режимов движения Kia Drive Mode Select, которая позволяет водителю изменить реакции на действия педалью газа и на рулевом колесе, а также скорости переключения передач роботизированной трансмиссии. Режима 2 – Normal и Sport. Если говорить о размерах кроссовера, то его длина составляет 4395 мм, ширина – 1826 мм, высота – 1483 мм. Увеличившийся задний свес позволил сделать багажник длиннее, его объем составляет 426 литров, что на 31 литр больше, чем у Seat. Объем при сложенных спинках задних сидений – 1378 литров. Спинки складываются по частям, опция в пропорциях 40-20-40, а для двери багажника доступна функция электропривода. Среди заявленного для Kia X-Seat оборудования
отвечающего за безопасность, производитель называет интеллектуальный круиз, контроль с функцией остановки и возобновления движения, системы обнаружения объектов в слепых зонах и контроля движения в полосе, систему предупреждения столкновения с функцией распознавания пешеходов, интеллектуальный парковочный ассистент, автоматическое управление дальним светом фар и многое другое. Kia X-Ceed обещает стать одним из самых интересных автомобилей в своем сегменте, если брать во внимание исключительно переднеприводные кроссоверы. Внешне он выглядит значительно интереснее привычного хэтчбека, имеет лучшую обзорность и более практичен, благодаря вместительному багажнику. Дорожный просвет у X-Ceed не так уж велик, но это именно тот минимум, за который проголосуют многие российские покупатели. Как и прочие автомобили семейства, сборку X-Ceed для РФ наладят на калининградском заводе «Автоторг».